Саламат сарма, құрметті отандастар, здравствуйте, уважаемые соотечественники. Я начинаю свой прямой эфир и прошу подтвердить, что меня хорошо слышно. Сегодня у нас основная тема эфира о Мухтаре Джакшеве. Я хотел бы обсудить о наших действиях, которые привели бы к освобождению Мухтара Джакшева. Ну и вторая часть – это, в общем-то, обсудить организационные вопросы, развитие нашей организации, построение ячеек, развитие чатов. Ну и параллельно, конечно, мы обсудим текущие проблемы Казахстана по курсу тенге и вообще перспективы текущей ситуации экономической. Я сначала хотел бы рассказать о нем более подробно. Многие, наверное, не очень хорошо представляют, кем являлся Мухтар Джакшев, каких успехов он добился и какой вклад он внес в развитие страны. Я с Мухтаром Джакшевым дружу 17 лет. Мы с ним познакомились, когда я поступил в университет, Казахский государственный университет. Мы там вместе проучились 2,5 года. Вот, собственно, 17 лет начали дружить. Затем мы уехали учиться вместе, перевелись, сдали экзамены в Московский инженерно-физический институт. И там мы учились в одном институте, правда, на разных кафедрах. Он был специалист по физике твердого тела, я был специалистом в области ядерных взрывов, подземных ядерных взрывов. Родители Мухтара Джакшева родом из Семипалатинска. Отец у него был профессором, возглавлял юридический университет. До этого в советские годы возглавлял кафедру по вопросам юстиции, юридический факультет. Это Казахский государственный университет. Мама у Мухтара Джакшева была кандидатом химических наук. Вот. И, в общем, собственно, он вырос в научной семье и свою карьеру делал тоже как человек науки. В Советском Союзе вообще человек мог себя реализовать именно как независимый человек, который мог иметь собственное мнение. Наверное, единственное место, где можно было себя проявить, это наука. Это компания, которая производила уран в Казахстане. Он себя проявил очень хорошо в бизнесе. В начале 90-х годов он работал совместно с Булатом Абилом в компании «Бутя». Был период, когда короткое время они выиграли тендер на управление компанией «Бутя», и он возглавлял Карагандинский металлургический комбинат. То есть это был такой крупный гигант, сейчас им владеет «ArcelorMittal». Но затем ArcelorMittal в режиме взятки Назарбаев передал Митталу, и сейчас общеизвестно, что это предприятие Митталу ведет вместе с Назарбаевым. Назарбаев и Митталу партнеры. Фактически, вот, собственно, Мухтар имел такой большой производственный опыт. И, собственно, когда я возглавлял Министерство энергетики, отрасль уранова была в жесточайшем кризисе. Мы закрывали многие подразделения Казатомпрома, многие предприятия останавливали свою деятельность подразделения именно Казатомпрома. И когда я возглавил Казатомпром, фактически речь стояла о продаже Казатомпрома, его подразделения Ульбинского комбината, который находится в Усть-Каменогорске, всего лишь контрольный пакет за 8 миллионов долларов. Фактически это основное перерабатывающее предприятие было, и его Россия хотела купить всего лишь за 8 миллионов долларов. Конечно, я был категорически против. Я понимал, что урановая отрасль – это одна из важных отраслей страны, которая должна приносить сотни миллионов долларов в бюджет страны, и категорически возражал против приватизации от Ульбинского комбината и многих других предприятий. И вот тогда именно где-то в 98 году я обратился, буквально через несколько месяцев, как возглавил Министерство энергетики, индустрии и торговли, обратился с просьбой Мухтару Джакшеву помочь мне вытащить эту отрасль. Я ему подробно рассказал о том, какая проблема, в какой критической ситуации находится предприятие «Казатомпром». Она была увешана кредитами, и реально все предприятие буквально за несколько десятков миллионов долларов собиралось забрать группа банков.
Ну, реально это окружение Назарбаева. Но я понимал, что это предприятие стоит миллиарды долларов. И, конечно, активно сопротивлялся. И мне нужен был решительный человек, который понимает бизнес. И в связи с тем, что в то время была критическая ситуация, проблем было у меня много. Мне нужен был самостоятельный человек, который не будет меня грузить, а именно вырвет эту отрасль самостоятельно, ну а при определенной моей поддержке, но в большей степени самостоятельно. Поэтому я буквально обратился к нему с просьбой, уговорил его уйти из бизнеса, которым он был успешен, и предложил ему сделать свой вклад в развитие страны. И я ему очень благодарен, что в тот момент он мне сильно помог. И я могу сказать, что тогда город Степногорск, в котором жило около 100 тысяч человек, стоял на грани закрытия. Предполагалось вообще все население Степногорска раскидать по разным городам и закрыть предприятие, и закрыть город, целый город. И таких мест, где активно работала компания «Казатомпром», было много, были подземные рудники, они все консервировались. Около Астаны, это в Степногорске, там лежали хвостохранилища урановые. И если их не заливать водой постоянно, да, там эти хвостохранилища, это вот урановая пыль могла двинуться на Астану. Вот, ну, в общем, одним словом, была критическая ситуация, там можно долго рассказывать, какие предприятия стояли. Целые регионы, это Кызылординская область, Южно-Казахстанская область, там было множество предприятий, везде был кризис, жесточайшая ситуация. Вот, и, собственно, приход Мухтара Джакишева кардинально изменил положение в отрасли. Вот за короткое время в итоге Мухтар Джакишев превратил компанию «Казатомпром» номер один в мире. Если она была в числе аутсайдеров мировых компаний, наш уран не мог выходить на международные рынки, в частности в Америку. За короткое время он сумел пробить рынки, отменить соглашения, которые препятствовали продвижению нашего урана на мировые рынки. Подписал кучу соглашений с американцами, с европейским сообществом. То есть он проделал гигантскую работу. Добился того, что наши предприятия в урановой отрасли стали получать дешевые международные кредиты. Он избавился от дорогих кредитов казахстанских банков, которые выдавались по 26-36% годовых. И таким образом в кратчайшие сроки оздоровил ситуацию в Атомпроме. Чтобы вы понимали, это единственное предприятие, государственный, любой другой, частный, ни одного предприятия в Казахстане, которое бы занимало первую позицию в мире. Это единственное предприятие. Реально это гордость страны. Как у нас любят вот, гордиться боксером Головкиным, что он выходит в спорте и, скажем, чемпион. Так вот, уральская компания, которая работала там и работает тысячи людей, единственное предприятие Казахстана, которое стало номер один в мире. И долгие годы является номер один в мире по добыче вот урана. Это компания, которая зарабатывает сотни миллионов долларов в год. И представьте, что эта компания фактически должна была быть продана всего лишь за 8 миллионов долларов в России. Представляете, какой вклад сделал Мухтар Джакишев для развития урановой отрасли страны. Более того, он не просто добывал вот в этой компании, организовывал добычу урана. Но он в итоге договорился с японцами, с китайцами и договорился о создании совместных предприятий с известными японскими корпорациями, которые фактически приводили к тому, что Казахстан становился переработчиком глубоким урана. То есть там целый технологический цикл приводил к тому, что Казахстан становился крупным мировым игроком. И ну, общеизвестно, что Россия тоже в уране крупный игрок мировой. И тут, но в основном он более глубокую переработку делает. Вы знаете, там в России производят ядерные реакторы, есть атомные станции, все прочее. И Казахстан становился именно администрацией Путина. Вот. Они предложили создать совместное предприятие, объединить «Росатомпром» и «Казатомпром». И предполагалось, что доля России в совместном предприятии 51%. А президентом этой объединенной компании в качестве такого реверанса со стороны России было то, что предлагало, чтобы возглавил эту компанию Мухтар Джакишев. То есть всеми было признано, что он является просто великолепным управленцем. Более того,
на международных рынках его называли урановым гением, потому что он сумел развить урановый рынок, так его поднять, сделать его таким выгодным, а до этого урановая отрасль была в кризисе. И именно его является заслугой, что уран стал как в цене в мире расти, и спрос пошел мощный на урановую продукцию благодаря действиям Мухтара Джакшева. Ну и вторая часть заключалась в его действиях в том, что он категорически сопротивлялся отдать долю России 51%. Он настоял, что доля должна быть 50 на 50, и он должен возглавить эту компанию. Собственно, вот это было в итоге согласовано, и Путин дал добро, и Назарбаев дал добро. И, ну, чтобы вы понимали, добиться, чтобы совместное предприятие было доля 50 на 50, и возглавлял это совместное предприятие именно представитель Казахстана, это было сделать именно с Россией, которая была крупным игроком в мире. Это было, вы понимаете, невероятно сложно. Нужно было проявить упорство, отстаивать свои позиции, находить аргументы. И все это смог сделать Мухтар Джакшев. Все абсолютно. И вот благодаря ему была достигнута договоренность в то время о создании совместного предприятия 50 на 50. Вот. Но понятно было, что представителям России это не очень нравилось. Но он, Джакшев, сумел вот именно настоять. Вот. Ну и по последующим скажу, что вся эта схема была разрушена. Первый раз, когда в 2002 году за мою политическую деятельность я был арестован и посажен, именно Мухтар Джакшев оказывал серьезную поддержку мне лично, помогал моей семье, приезжал ко мне в зону, как считав, был у меня в тюрьме на переговорах, приезжал в Державинку, это во вторую зону. Он был, наверное, именно лидером этого процесса, оказывал влияние на Назарбаева, убеждал его, чтобы я был выпущен. Он как раз убедил спецслужбы Казахстана, он считал, что ну, можно найти компромисс и, в общем, договориться и добиться, чтобы меня освободили и, собственно, чтобы реформы в стране продолжались. Он, в общем, сам по жизни такой очень гибкий, компромиссный. В общем, сумел убедить и Назарбаева, и председатель комитета национальной безопасности Артая Дудбаева. Вот. И когда я выходил, я об этом узнал позже, он, оказывается, дал гарантию за меня, что, скажем, я не буду заниматься политической деятельностью, что он вот на меня повлияет. Я об этом не знал. Я об этом узнал только тогда, когда уже вышел. Вот. Ну и, собственно, поэтому, конечно, помимо всего прочего, когда я вышел из тюрьмы и уехал в Россию, я очень скрытно занимался политической деятельностью. В 2003-2005 году я жил в Москве и, собственно, проводил скрытую политическую деятельность, финансировал партию «Демократический выбор Казахстана», дальше была ЛГДВК, финансировал разные выборные процессы, именно оппозиционные, маслихаты, парламенты, поддерживал коммунистическую партию. Ну, фактически, наверное, не было ни одной оппозиционной партии, ни одного практически НПО, который бы я не поддерживал. Так или иначе, скрытно, но у меня была позиция. Все, кто против Назарбаева, все должны поддерживаться. И я могу вам сейчас точно сказать, что если бы я и мои товарищи такую политику не проводили, у нас Казахстан давно был бы как Туркмения. Давно. Вы сейчас видите, когда сопротивления нет, Назарбаев подряд проводит свою линию. Назвал себя лидером нации, получил себе эксклюзивные права. Все его родственники на ключевых постах, потому что он шаг за шагом сломил сопротивление тех, кто боролся против построения авторитарной власти. И именно мы в начале 2000-х годов, сопротивляясь длительное время, не давали ему возможность построить то государство, которое сейчас он построил, а именно как собственность. Он для него Казахстан как собственность. Именно мы финансировали, сопротивлялись. Вот я находился в Москве и организовал все политические процессы, чтобы мы не дали Назарбаеву захватить полностью власть в свои руки. Поэтому я 2003-2005 год активно занимался политической деятельностью. Конечно, спецслужбы получали информацию, это невозможно было скрыть, но круг людей, с которыми я встречался, был достаточно узким, ну, может быть, человек 30. Но ясно, что через них именно уходила утечка информации. Но у режима не было прямых доказательств,
Собственно, происходили революции в Кыргызстане в 2004 году, в Украине оранжевая революция произошла. В конце 2003 года произошла революция в Грузии. И, конечно, Назарбаев был сильно напуган, потому что именно в мае 2004 года была зарегистрирована партия ДВК, Народная партия «Демократический выбор Казахстана». И мы представляли серьезную угрозу для режима, потому что число сторонников быстро набиралось. Собственно, именно поэтому в январе 2005 года Назарбаев ликвидировал партию ДВК. Она просуществовала где-то приблизительно полгода. В тот период я действовал так, чтобы прямо не подставлять Мухтара Джакшева. Он никогда меня не связывал этими условиями. Он просто меня проинформировал. Я за тебя дал гарантию, но ты сам решай, как действовать. Никогда меня не навязывал, не вмешивался, не оказывал на меня давление. И, в общем, собственно, я ему за это очень сильно благодарен. И я старался никогда его не подвести, не подставить. Так, чтобы так называемое его поручение вступило в силу. И с него Назарбаев мог что потребовать. Вот ты за своего друга поручился, давай отвечай. Вот этого повода я старался не давать. И когда я вернулся в Казахстан в мае 2005 года, я свою работу оппозиционную сделал более скрытой. Я в определенное время выезжал из Казахстана в Лондон или в какие-то другие европейские города, встречался тайно с лидером оппозиции, с руководителем разных направлений и скрытно вел работу. Поэтому я не могу сказать, что это вот каким-то образом в тот момент оказывал негативное влияние на Мухтара Джакшева и, соответственно, формировал риски за то, что он давал за меня поручение. Все началось в 2009 году, в феврале, когда Назарбаев, безуспешно пытаясь заставить меня дать бесплатно 50% БТА банка, в итоге 2 февраля национализировал БТА-банк, и я буквально за несколько дней до этого успел улететь в Лондон, четко понимая, что сейчас произойдет нечто, возможно, захват, еще что-то, но что угрозы какие-то формируются, это было наглядно видно, это отдельная история, поэтому я за несколько дней успел улететь в Лондон. Но после того, как банк был захвачен правительством, началась паника. Буквально за пару недель из банка клиенты вынесли около 2 миллиардов долларов США. Вы представляете масштаб, да, того, что они делали. Вот. И Назарбаев до такой степени был напуган, что быстро понял свою ошибку. Не только ту ошибку, он же хотел банк захватить и меня арестовать. Получается, я буквально выскользнул, увидел угрозы и успел быстро улететь. Вот. Поэтому он понял, что банк падает, надо его спасать, был страшный кризис, и он хотел, чтобы я вернулся снова в Казахстан, и нужен был переговорщик, который ведет со мной переговоры. Я, конечно, никому не верил из представителей власти, никому. И вот получилось так, что Назарбаев вызвал Мухтара Джакшева и сделал его переговорщиком между мной и Назарбаевым. Он прилетал ко мне в Лондон, я ему сразу сказал, что я против, чтобы ты был переговорщиком между мной и Назарбаевым, потому что в итоге мы ни о чем не договоримся. Я знаю, что Назарбаев ничего, никогда свои обещания не исполняет, он просто использует, подставляет людей, и что вот в этом процессе, в процессе переговоров, он будет крайний, потому что он будет свидетелем наших переговоров, и Назарбаев будет заинтересован в том, чтобы убрать этого свидетеля, чтобы он был устранен, и чтобы никто не знал, о чем мы вели переговоры, как он пытался со мной договориться. Чего мне только не предлагал Назарбаев, я все отклонял. И все время Джакшев говорил: уйди с процесса переговоров. Он говорит: как я уйду? Я возглавляю Атомпром, ему звонит Назарбаев, и в это время же он, Джакшев, набирает меня по телефону. Я с ним разговариваю, он передает Назарбаеву, Назарбаев говорит Джакшеву, Джакшев передает мне. И вот, вот такую карусель, что называется, устроил Назарбаев. И вот он невольно стал переговорщиком. Вот и в мае 2009 года он был арестован. Я до того, как его арестовали, много раз предупреждал, что ему нельзя возвращаться в Казахстан, когда он был на переговорах со мной. У него были проблемы со здоровьем, поехал в Германию. И каждый день я с ним разговаривал, убеждал, что ему нельзя возвращаться в Казахстан. Но тут Назарбаев
всякие обманные приемы делал. Ему звонил в то время премьер-министр Мухтару Джакшеву и говорил, что мы вас ждем, Мухтар Элькинович, приезжайте, отрасль без вас может испытывать проблемы. Звонил ему Тимур Кулибаев. Назарбаев провел специально совет безопасности, где хвалил Мухтара Джакшева. Фактически он его усыпил бдительность. А я, зная все его приемы, Назарбаев говорил Джакшеву: смотри, он слишком много тебя хвалит и так далее. Я его знаю. Чем больше он тебя будет хвалить, тем больше у тебя проблем. Он тебя все равно арестует. Ну, собственно, так и получилось. Буквально за 3 дня до его ареста, до Джакшева ареста, я его предупреждал, что его скоро арестуют. Но он не поверил. Поверил обещаниям Назарбаева, и, собственно, его арестовали. И вот с тех пор он уже больше 9 лет сидит в тюрьме. Больше 9 лет. Это, наверное, второй прецедент. Больше всего сидит Арон Атабек. Вот второй он. Вот. Но Арон Атабек даже в бизнесе никогда не работал. А Мухтар Джакшев был влиятельной фигурой, крупным государственным менеджером. Он сделал просто невероятный вклад в развитие страны. Просто, я считаю, невероятно. Ему аналогов нет в нашей стране. И уже, наверное, маловероятно, что в ближайшие десятилетия кто-то может повторить его успех. Я могу сказать, что он именно на предприятиях Атомпрома организовывал очень сильную работу. Люди получали достойную заработную плату. Он создавал условия для жизни людей, строил инфраструктуру. Где-то в пустынях он просто развивал предприятия так, чтобы люди себя там чувствовали достойно. Открывал школы, строил дороги. Людям платил очень высокую зарплату. И я просто ему удивлялся, что работая в государственной компании, он фактически завершал работу каждый день 12 ночи. Он меня в этом смысле сильно поражал. И вот он тогда слушал мои планы. Я ему говорил, что я хочу построить ведущий банк не только в СНГ, но и в мире. И он мне говорит: а я хочу построить ведущую компанию мира. Вот, собственно, он над этой идеей работал. Его не интересовали прям большие деньги. Он пришел из бизнеса обеспеченным человеком. Он хотел сделать свой вклад в развитие страны и гордиться, что именно он построил такую мощнейшую компанию в мире, что именно эта компания делает заметной нашу страну на мировых рынках. И он, собственно, я считаю, он добился этого успеха. Другой вопрос, что он хотел вообще, чтобы мы были диверсифицированной страной, чтобы мы не только производили уран, но там таблетки, там ядерные реакторы, там целая цепочка технологическая. То есть ему фактически не дали это доделать. И здесь сложились два обстоятельства. Первое, то, что мы с ним близкие друзья. Назарбаев его арестовал, чтобы отомстить мне, чтобы убрать свидетеля всех переговоров. Первое. Второе, вот таким образом он помог России, убрав ведущего менеджера. И, собственно, это все привело к тому, что Казахстан хоть и является производителем урана номер один в мире, он остался сырьевым придатком как России и других стран мира. То есть арест Мухтара Джакшева так и оставил урановую компанию как сырьевую компанию, не диверсифицированную, не имеющую партнеров от крупнейшей японской компании, крупнейшей китайской компании, крупнейшей американской компании, с которыми он договаривался о том, чтобы построить мощнейшую диверсифицированную компанию, сделать ее развитой. Вот эта часть, она не была реализована после его ареста. Потому что арестовали не только одного Мухтара Джакшева, разгромили весь топ-менеджмент, именно интеллектуальный потенциал компании, тех людей, которые смотрели в будущее, хотели построить вообще мощнейшую мировую компанию. Именно этих людей преследовали, сажали в тюрьмы, многие уехали из страны. И вот она сейчас допотопная советская компания. Хоть номер один в мире, но это просто заслуга Мухтара Джакшева. Джакшева много лет держат в тюрьме. Никто не знает, за что его осудили. Сначала его осудили, обвинили в том, что якобы он 60% урана страны продал. На самом деле это вранье, потому что продажей месторождений и контрактов занимается правительство. У него нет таких полномочий. И все эти обвинения, они пропали, когда начался реальный суд, они пропали. Затем его обвинили в каких-то таких преступлениях, что он, оказывается, создал представительство компании в Вене, в Австрии. Но, извините,
Все наши национальные компании имеют филиалы за рубежом, представительства, и я не слышал, чтобы кого-нибудь посадили. Там работал у него там 10 человек, наверное. При этом создание такого представительства в Вене было правильно, прямо оформлено постановлением правительства. Бюджет был определен постановлением правительства. Это вообще государственная компания урановая. Там все основные ключевые шаги на тот момент регулировались правительственным постановлением. Он не мог ни одного серьезного действия сделать, не согласовывая с правительством. Не говоря о том, что месторождение урана тоже не мог продавать, потому что это функция правительства. Именно правительство заключает контракт на недропользование, именно правительство продает эти контракты, поэтому все эти обвинения они лопнули. Одним словом, его держат как заложника. Вы видели за эти годы многих чиновников, Нурсултан Назарбаев посадил свое приближение в тюрьму, потом выпускал. Он Ержан Утембаев, его обвинили в убийстве Алтынбека Сарсембаева, известного лидера оппозиции. Он пробыл там какое-то количество лет, по-моему, около 6 лет. Потом вышел на условно-досрочное и вышел оттуда за организацию убийства. А Мухтара Джакшева никто не знает, в чем суть обвинения сейчас. Потому что суд прошел закрытый, никого не допускали. Адвокаты должны были специальный допуск, они подписывали соглашение, что они не распространяют информацию, его фактически судил военный суд. Человек, который работал в хозяйственной компании, коммерческой компании, его закрытым судом осудил военный суд. Вы представляете, что было? Военный прокурор там везде были у него. То есть его осудили незаконно, и никто не понимает за что. И вот он уже больше 9 лет сидит в тюрьмах, прошел пытки, избиения, в одиночной камере многие годы находился. То есть за это время мог человек просто сойти с ума в наших тюрьмах. Но пока он живой. Сейчас у него здоровье находится в критической ситуации. Его перебросили сначала из Астаны в Алматы, потом из Алматы бросили в Караганду, из Караганды в Алмату, потом из Алматы снова под Караганду. Затем сейчас он находится в Симпалатинске. Около Симпалатинска. И при этом серьезные проблемы со здоровьем, именно влияние уже на мозговую деятельность. И это вторая форма группы инвалидности. Но вторую группу инвалидности, если бы режим дал, они были вынуждены его выпустить из тюрьмы. Дали ему третью группу, перебросили в Симпалатинск. И вот сейчас у него ситуация очень опасная. Очень опасная, он может в любой момент умереть. Поэтому, собственно, вот я описываю его ситуацию, очень плохую, и мы, конечно, должны будем делать митинги в его поддержку немного позже, но сейчас время не терпит, ситуация с его здоровьем критическая, поэтому я обращаюсь за помощью и поддержкой к активистам ДВК, к нашим гражданам, что мы поддержали человека. Это вот человек, который сделал мощнейший вклад в развитие экономики страны, мощнейший вклад в развитие урановой отрасли. Я уверен, что именно такие люди могут вытягивать нашу экономику, развивать нашу страну. И мы не должны терять вот таких выдающихся людей страны. Его мама находится тоже в плохом состоянии. Здоровье у нее не важно, у нее болезнь Альцгеймера. Она писала прошение о помиловании за сына, но отказали. Родственники, близкие, дети, все прочие писали и отказали. Было требование комитета по пыткам ООН еще в 2015 году, что все эти действия казахских властей по его осуждению были незаконными, и комитет по ООН потребовал его освобождения. Но Казахстан не исполнил требования ООН. Мухтар Джакшев признан политическим узником. Собственно, и как в Казахстане наши правозащитники его признали политическим узником, осужденным по политическим мотивам, фактически за дружбу со мной, за то, что он перешел дорогу российской атомной компании. И вот, собственно, это были политические мотивы его преследования, необъяснимые для обычного человека, который не может понять, почему огромное количество людей, совершивших тяжкие преступления, Назарбаев выпускает, а здесь держит человек, который сделал вклад, мощнейший вклад в развитие урановой отрасли. Непонятно за что осужденного, он держит его в тюрьме и фактически убивает. Поддержку Мухтара Джакшева высказались
международные такие известные организации, ведущие Human Rights Watch и другие, там Amnesty International были, другие международные правозащитные организации, они все требовали освобождения Мухтара Джакшева. По Мухтару Джакшеву было множество международных резолюций, обращений Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Европарламента, группы европейских депутатов, массы самых различных правозащитных международных организаций, известных политиков. То есть требований в поддержку Мухтара Джакшева огромное количество. Он известен во всем мире. И все прекрасно понимают, что именно преследование Мухтара Джакшева идет политическое, не за какие-то реальные преступления. Одним словом, так сложились обстоятельства, его судили за то, что он мой друг, а я являюсь оппонентом Нурсултана Назарбаева. Таким образом, Назарбаев хотел отомстить мне. И второе, он стал удобен, чтобы фактически слить урановую отрасль в пользу России. И этому активно мешал Мухтар Джакшев своей позиции, именно как управленец, который создал блестящую компанию. Поэтому Назарбаев, посадив его в тюрьму, решил две задачи. Как бы создал для меня ситуацию, что отомстил, посадив моего друга. И второе, как бы выслужился перед Россией, лично перед Путиным. Вот, собственно, два мотива, которые держат Мухтара Джакшева в тюрьме, и он продолжает находиться там более 9,5 лет. Сейчас у меня здесь спрашивают, правда ли, что Шал хочет личные просьбы от Мухтара помилования. Он, наверное, хочет, но ясно, что он и в этом случае его не помилует, вот, и не отпустит. В сентябре наступает период, когда Мухтар Джакшев может получить условно-досрочное освобождение. Он там фактически 3/4 срока отсидел. Но я понимаю, что этот режим его не выпустит. Они не выпустят, чтобы продолжать держать его в заложниках, оказывать на меня такое давление моральное, психологическое, чтобы я страдал и страдал мой друг Мухтар Джакшев. Вот. Я здесь мне задаю вопрос по ООН. Да, ООН уже комитет по пыткам при ООН делал обращение, требования, но Назарбаев не исполняет именно решение комитета ООН по пыткам. Я думаю, что очевидно, что если наши граждане не окажут давление на Нурсултана Назарбаева, он его будет держать, сколько тот считает нужным. Даже когда срок 14 лет пройдет, он еще накидает какие-нибудь еще обвинения и будет стараться держать его в тюрьме вечно. Поэтому я обращаюсь за поддержкой к нашим гражданам, обращаюсь, чтобы мы проводили разные акции и добились освобождения Мухтара Джакшева. Мы будем ориентироваться скоро на проведение митинга в поддержку Мухтара Джакшева и освобождение его. Но это нам надо специально готовить, но времени, я считаю, нет. Его жизнь находится на волоске фактически. И я предлагаю начать активные действия прямо сейчас, немедленно. Первое – это менять аватарки на портрет Мухтара Джакшева. Использовать рамку на Фейсбуке «Фри Мухтара Джакшев». Ежедневно, начиная с этого дня и до полного освобождения, писать в посты в поддержку Мухтару Джакшеву во всех социальных сетях. Кто владеет специальными навыками создавать различные видеопродукции, плакаты и распространять их с поддержкой Мухтара Джакшева? Запускать акции с личным фото, требуя освободить Джакшева с портретом Мухтара Джакшева. Я уже видел на Фейсбуке много таких постов. Я очень благодарен этим людям, нашим гражданам, которые поддерживают Мухтара Джакшева. Также я предлагаю запускать акцию с видеообращением, требую освободить Мухтара Джакшева. Те, кто в состоянии, готовы провести уличные акции, провести одиночные пикеты, поддержку Джакшева, я считаю, что весь народ Казахстана был бы благодарен таким людям. Также я призываю вас расклеивать листовки, трафареты, портреты Джакшева. Назарбаев убивает Джакшева в своих городах. Нам нужно поднимать архивные материалы, писать о том, как Назарбаев вероломно посадил Мухтара Джакшева в тюрьму. Поднимать и публиковать массово архивные видеоролики с каналов. Вот я ссылки здесь в своем посте все это выставил. Народ должен знать, кто такой Мухтар Джакшев. Народ должен знать, как его избивали и пытали в тюрьмах. Народ должен знать, что международные
Авторитетные организации требовали освобождения Мухтара Джакшева, что комитет ООН требовал освобождения Мухтара Джакшева из-за того, что срок добавит. Я это говорю так, если бы мы не были бы организованы, наше движение «Демократические выборы Казахстана». Конечно же, мы скоро придем к власти, мы выгоним этот режим. Если за это время режим не освободит Мухтара Джакшева, мы с них все спросим. Все, кто в этом участвовал, с каждого будет спрос за то, что они его преследовали, преследовали его семью, разорили, где он потерял здоровье. Мать, дожидаясь его, фактически потеряла все свое здоровье. Она сейчас в очень плохом состоянии физическом. Она его не видела больше 9 лет. За все это горе эти люди ответят. Понимаете? Так не бывает, что когда говорят, что Мухтар Аблязов мстит, месть — это нормальное свойство человека. Это, я скажу так, вопрос даже не в мести. Это возмездие за то, что эти люди совершили преступление. Это возмездие, это не месть. Это должно быть, чтобы никогда это не повторялось. Поэтому я обращаюсь к вам за поддержкой. Мы сейчас начнем различные акции. И прошу вас поддержать все действия штаба ДВК по освобождению Мухтара Джакшева. И мы будем готовиться. В необходимый момент мы проведем митинги. Но мы к этому будем тщательно готовиться. По Мухтару Джакшеву очень много информации в YouTube. Через Google можно забить его фамилию. И очень много выйдет ссылок. То есть, ребята, чтобы вы понимали, вот я в своем посте очень много ссылок в YouTube все сделал. Но по Мухтару Джакшеву очень много материалов. Поэтому просьба ознакомиться с ними и массово распространять по всей стране и подключиться к акциям, которые организует штаб ДВК. Это бессрочные все наши будут действия до тех пор, пока мы не добьемся его освобождения. Теперь я хотел бы перейти к другой части нашего эфира и обсудить текущие проблемы Казахстана, обменном курсе, ситуации с тенге и вообще ситуации в нашей экономике, а после этого снова вернуться к вопросам организационного порядка по развитию ячеек ДВК. Вы знаете, что сейчас тенге стремительно обесценивается. Вот с июня месяца стоимость тенге упала больше, чем на 10%. То есть фактически произошла вот такая девальвация не одномоментная, а потеря стоимости тенге. Но с учетом того, что Казахстан практически все импортирует, одежду, мебель, продовольствие и, там, и так далее, лекарства, все. Вы понимаете, что минимум на 10% на товары и услуги будут вырастать. И от этого будут выигрывать только экспортеры, которые свою продукцию продают за пределы Казахстана в доллар США. И им будет выгодно, им выгодно то, что тенге обваливается. И это фактически приводит к тому, что люди начинают меньше зарабатывать и происходит рост цен, то есть инфляция. Сейчас власть объясняет, вот что доллар крепчает, вот что на неразвивающих рынках везде обвал. Я могу одно сказать, когда говорят о развивающих рынках, это в основном все диктаторские страны. Это в основном те страны, где бардак, где власть использует все, что она контролирует, только для личного обогащения. В нормальных развитых странах, европейских, там, где существует демократия, никакого обвала нет. Обвал национальной валюты происходит именно там, где властвуют диктаторы. Даже вот в Турции, собственно, за один год курс упал лиры почти на 40%, даже чуть больше. Это связано с тем, что фактически власть взял в руки Эрдоган. Многие его как-то нахваливают. На самом деле, что его хвалить? Это такой же диктатор, как Назарбаев, который десятки тысяч людей посадил в тюрьмы в течение одного года. Десятки тысяч людей. В интернете можно просто почитать. И вот обвал национальной валюты происходит в большей степени именно в таких странах, где нет нормального развития страны, где вся власть сосредоточена у узкой политической верхушки. Я вчера писал пост. На самом деле весь этот обвал связан с тем, что мы являемся членами таможенного союза с Россией. И все международные санкции, фактически наказание за агрессивную политику России приводит к тому, что обвал российского рубля автоматически приводит к обвалу тенге. Потому что если Казахстан не будет девальвировать тенге, то импорт из России усилится, в
фактически торговый баланс, который сложился за эти годы, будет разрушен. Сейчас курс тенге за 1 рубль где-то 5,3-5,5 тенге. Вот такой курс будет искусственно поддерживать Национальный банк. Что бы они там ни рассказывали, что вот инвесторы увели деньги, продают портфели. Все на самом деле просто. Казахстан является зависимой от России страной во всех отношениях, политических, экономических. Поэтому, если в России будет плохо, в Казахстане будет плохо. Вот, собственно, это оплата за союз с российским диктатором Путиным. И мы это будем пожинать так же, как россияне. Чтобы вы понимали, никаких убытков не несут экспортные предприятия, потому что они продают свою продукцию в долларах США, им девальвация национальной валюты выгодна, а все крупнейшие экспортные предприятия находятся в собственности или под контролем Нурсултана Назарбаева. Как вы понимаете, политическая верхушка, она только обогащается. У них, им нужно меньше долларов продавать, чтобы необходимое количество тенге обеспечить для выплат зарплат, налогов и так далее. У них долларов остается больше, и они эти доллары размещают за рубежом, покупают международные активы за рубежом, поэтому они от девальвации только богатеют. Вообще, осень у нас будет тяжелая, и до конца года ситуация будет плохая, потому что санкции еще не вступили в силу, которую Америка объявила. Они будут где-то осенью приняты в полной мере. И понятно, что российский рубль еще раз обвалится, тенге еще раз обвалится. В общем, ситуация будет ухудшаться и ухудшаться в экономике страны. И когда меня спрашивают, что нужно сделать, чтобы изменить, я говорю одно. Пока мы не сменим режим, вот эта ситуация с девальвацией, с плохой экономикой, с низкой заработной платой, с нищетой, она будет бесконечно продолжаться. И кто бы ни пришел вместо Нурсултана Назарбаева из его окружения, ничего не изменится. Наша задача добиться смены политического режима, ликвидировать должность президента, построить парламентскую республику и реально добиться того, чтобы именно народ контролировал власть, а не наоборот, власть, узкая верхушка, их там буквально несколько десятков человек, они контролируют более 18 миллионов человек. Узкая политическая верхушка. Нам нужно добиться, чтобы именно народ контролировал власть, и тогда будет построено справедливое государство, и будет нормально развиваться экономика страны, и все у нас изменится, станет так, как в европейских странах после определенного периода времени. Вот. Но пока мы этого не добьемся, пока мы не добьемся смены режима, никаких перспектив нет. Никаких абсолютно. Ни у кого не должно быть иллюзий. Все те, кто мечтает, что Шал помрет и все изменится, они ошибаются. Шал помрет, вместо него придет его окружение, и ситуация останется прежней. Ничего не поменяется. Вот здесь комментатор один пишет, что в 21 веке человечество должно избавиться от диктаторов, как когда-то избавился от рабства. Абсолютно правильно, я поддерживаю. Это уже такой анахронизм, диктаторские режимы. Это отсталые режимы. Именно во всех диктаторских режимах люди плохо живут. Там процветает коррупция, процветает убийство, процветает несправедливость, нищета. Именно поэтому мы должны избавиться от диктаторских режимов. Именно мы должны перейти к другой форме правления, которая существует во всех ведущих странах мира. Это единственный способ добиться перемен в нашей стране. Ко мне здесь многие пишут, обращаются, когда следующий митинг и так далее. Я уже озвучивал, для успешного проведения митингов нам нужно организовывать ячейки по всей стране. Этот процесс сейчас идет. Просто август, он такой пассивный, люди еще где-то отдыхают, жарко. В июле, в конце июля тоже так же было. Вот. Но я уверен, что начиная с сентября мы эту работу усилим. Нам нужны строить ячейки. Ячейки должно быть не менее 5 человек. Больше может, меньше не должно быть. Добиваться, чтобы в ячейке было 5 человек. Выходите на штаб, выходите на меня, давайте взаимодействовать. И когда мы в каждом городе организуем ячейки, например, вот Атырау я все люблю пример приводить, 100 ячеек – это 500 человек-активистов. И мы тогда знаем, что гарантированно вот эти 500 человек выйдут на акцию протеста, и каждый из них приведет минимум 5 или 10 человек. Соответственно, мы знаем 2,5-5 тысяч человек в Атырау митинг, люди соберутся. А если такое количество придет, они, как обычно, за собой приводят других.
И тогда мы успешно проведем акции по всей стране одновременно. Поэтому сейчас для того, чтобы провести успешные акции, митинги, нам нужно добиться построения ячеек. Нам нужны лидеры ячеек. Нам нужно, чтобы ячейки, эти будущие ячейки, они стали лидерами развития протестного движения в регионах. Эти ячейки завтра, люди, кто находится в этих ячейках, они возглавят у себя власть в регионах. Нам нужно построить новую политическую элиту, некоррумпированную, думающую о стране, образованных, сильных, болеющих о стране. Поэтому я еще раз обращаюсь к вам, чтобы вы активно развивали ячейки, выходили на штаб, выходили на меня, регистрировали свои ячейки. Мы скоро запустим чат. Чат будет закрытый именно для лидеров ячеек, у которых в ячейке суммарно 5 человек. Сейчас мы объявили и обратились к активистам, что мы ищем 100 админов. Я хотел бы поблагодарить вас. Буквально уже около 40 админов уже приступили к работе. Сейчас идет отбор остальных. И нам нужно минимум 100 человек собрать, чтобы управлять всеми чатами, которые у нас есть. Не только чат «Активист ДВК», но и чатами региональными. Их у нас 5 региональных чатов. Поэтому мы будем их развивать, проводить работу. И нам очень сильно нужны именно админы. Именно там мы готовим людей. И количество админов еще будет расширяться. Я уверен, что среди этих админов тоже будут завтра будущие лидеры страны. Лидеров должно быть у нас десятки, сотни, тысячи. Я уже говорил, чтобы поменять верхушку, узкий слой, именно политический слой, нам нужно минимум 20 тысяч человек. 20 тысяч человек – это минимум тех, кто завтра будут строить новую страну. И вот админы, ячейки – прообраз этих будущих лидеров. Поэтому, ребята, давайте создавать эти ячейки, собирать наш актив, развивать наши ячейки, и мы тогда выйдем на митинги более подготовленными, не боясь ничего, будучи уверенными, что мы в каждом городе имеем ячейки, необходимое количество. Именно они смогут подтянуть за собой людей. Мне здесь задают вопросы, в частности, по помощи семье Облаваса, да? Я хочу сказать, что вот в чате я вижу, что люди готовы помогать материально. Я прошу вас тоже действительно оказать всемерную поддержку семье. Вот, там Айгуль Акберды этим занимается, его жена, ее тоже прессуют, пытаются посадить. Мы должны поддерживать всех тех, кто попал под пресс-режима. У нее есть адвокаты и все прочее, но нужна ваша поддержка. Чем больше мы будем сопротивляться, тем больше мы будем поддерживать, тем больше эта власть будет пятиться назад. Она сейчас, эта власть, думает, что она запугала людей. Но если каждый из вас будет упираться, сопротивляться, если каждый из вас будет поддерживать таких людей, эта власть ничего не сможет сделать. Она делает все эти действия, будучи уверены, что мы боимся, что мы разрознены, что мы не можем организоваться. Есть провластные, и мы тоже этого добьемся. Но мы добьемся только тогда, когда мы самоорганизуемся, когда нас будет много, когда мы прекратим бояться и когда мы будем друг друга поддерживать. Поэтому, ребята, давайте создавать ячейки, присоединяйтесь к акции, которую организовывает штаб, выходите, давайте поддерживать Мухтара Джакшева, давайте объединяться, не бояться, не тратить время на выяснение отношений. Наша задача – добиться смены режима. Наша задача – создать сильную организацию. Наша задача, чтобы мы стали сильнее этой власти. Для этого мы должны проводить серьезную агитационную работу, увеличить количество наших сторонников, перетянуть на нашу сторону полицию, армию, перетянуть на нашу сторону бизнесменов. Мы это сможем сделать, потому что все устали от этой власти, позорной власти, коррумпированной, преступной. Я уверен, что мы добьемся этой цели в ближайшее время. Давайте мы начнем с того самого простого. Поддерживать тех, которые прессуют режим. Поддержать Мухтара Джакшева, поддержать наших политических узников, Асета Абишева, другие, которые сейчас находятся в тюрьмах, приходить просто на суды. Помогать кто чем может. Писать посты, встречаться с семьей.
разные формы поддержки, потому что только так мы можем стать сильной организацией, только так мы можем завоевать авторитет у народа, и только так мы добьемся смены режима. Ребята, я на сегодня завершаю свой эфир. Хочу поблагодарить за понимание, поддержку. Давайте начнем вот эту акцию в поддержку Мухтара Джакшева и поддержим наших других политических узников. До встречи в эфире. Сау болыңыздар.